Друзья, всем здорово! Вы на канале Никиты Крылова, который называется «Погнали». Вас приветствует Никита Крылов, также Юля. Вот. И я снимаю на такую камеру. Обычно как бы все дальше выглядит, потому что сейчас темно. И видите ли, в моем телефоне всего лишь 3 камеры. И лучше всего ловит именно вот это. Вот смотрите, я вам наглядно показываю. Вот вы видите, да, как-то испортилось изображение, правильно? Похуже. А так вот получше. Можно еще приблизить, но оно тоже будет похуже. Ну, короче говоря, буду снимать, чтобы вам было кайфовее. Мы на самом деле прямо сейчас находимся в славном городе Ялта. Вот, идем по таким дорожечкам. Вот, мужчина вообще не знает, куда он идет. Вот, мы знаем, куда мы идем. Мы идем по стандартной процедуре в сторону еды. Вот. Правда, не знаю, здесь, не здесь вообще мы должны сейчас быть, да? Аня! Где-то здесь. Где-то здесь. Вот она, Аня, ты их кричишь. Ой. Даже не сюда идти. Ох, вот же это Тимур. А, все, сюда идем? Да. Короче говоря, идем Барни-бар. Называется. У нас есть немного времени, не знаю, пусть от меня вообще нет, потому что через там буквально час с копейкой только девушкам уже будет вход. Короче, все, погнали, посмотрим, что здесь. Это Ялта, это Крым. Барни-бар, погнали. Выходим из Барни-бара. Мы напились в хлам, на самом деле. Для вас это секунда, для нас это целая вечность прошла. Вот. Но на самом деле мы не попали туда, потому что сегодня, как я уже начал говорить, да, женская вечеринка. И они молодцы, они перед этим убираются. Вот. Так а что, мы в следующее сюда идем или нет? Может, давай либо в Рапонжи, либо в апельсин сходим, который здесь вот справа. Апельсин? Ого. Ну давайте. Кафе. Я просто думал, что это такое же получше кафе. Да, какое? Апельсин. О, пошли шторм покажем. Ё-моё. Сейчас вообще в селах очень хреново находиться. Вот, уже все, сезон прошел. И, короче говоря, там сейчас ветер дует. И я думал, зачем нам ехать в эту Ялту? Она просто скучная. Вот. Думаю, зачем ехать? Там ветрюган еще такой мощный. А на самом деле здесь ветра нет, а шармяра вон какой фигачит. Смотрите. Фу! Сейчас 21.00 и набережная наполнена, ну вот примерно вот так вот, как вы видите, смотрите там, как хорошо, да, волна бьет сейчас, пройдем посмотрим, вот, ну и в общем основная достопримечательность, как вы понимаете сейчас, это конечно же волна, она в принципе и согревает большинство в эту холодную осеннюю погоду. Ну что, выбрали? Смотрю, сейчас меню посмотрю. А, меню апельсина? Так пойдем подойдем, там же есть. Ладно. Да, можем поближе. Я что-то просто, ну, не очень хочу в апельсин идти, не знаю почему. Сейчас к меню подойдем, посмотрим. Может быть, зря я не хочу. Вот бывает, да, у вас, наверное, такое? Вот что-то лежит, что-то не лежит. Что-то не стоит, да. Мы собирались вот, например, в Барни-бар. Я, например, вообще думал просто выехать, наконец-таки прогуляться без общепита. Вот. Освободил меня по-другому. Нет, я сказал, давай в Ялту поедем просто. Вот. На самом деле, вот, да, действительно, в плохую погоду в поселках плохо. Почему плохо? Потому что развлечений нет, а если ветер, ну вот реально некуда, да, пойти у нас. Мы вот сегодня, наверное, там, ну, пару часов буквально провели в каких-то делах, а так в основном были дома, ветер, ну, в общем, ну, делать реально нечего, вот что. И это плохо. Была бы хорошая погода, так можно было и гулять, и еще и дел полно. Вот, они в основном на улице сейчас.
А так, видите, тут хоть что-то, какие-то развлечения в Ялте. А что, мы прошли же его? Нет, а вот тут есть другой апельсин. Еще другой? Подожди. Да. Нет, мы уже прошли его далеко. А где он? Он наш там, получается, был. Белое, да, такое здание? Да. Это аж там, дальше. Вот сюда тоже, помнишь, нам говорили нормально? А, да. Где? Пионеры или что это вообще? Автограф. Или... Нет, мне никто не говорит. Автограф? Мы как-то хотели туда пойти, я помню. Пойдем в обратном направлении. Что-то в прошлый раз сошел и не обратил внимания, сколько людей там у нас здесь. Посмотрите, мне кажется, я не знаю, вот зимой один раз надо сходить, если человек этот будет петь, там наверняка, думаю, люди тоже будут. Вот магия, да, какая-то происходит прям. Всем здесь нравится. Да, да, да. Вот он там написано, 100 каких-то хитов. И вот постоянно, когда мы проходим, постоянно там дофига народу. 50 или 360 даже, да? Хитов. А может он на каждый день, да, по хиту как минимум. О, вон, смотри там. Ого. Есть, кстати, видосы, как людей уносят, представляете, с этого, ну, с вот этих вот бун, получается. Ну вот, вы стоите, например, здесь за ограждением, здесь нормально все. А можно там еще пониже встать, есть площадочка. И вот какие-то не совсем нормальные в такой шторм туда лезут, а волны, они же как, то больше, то меньше. Вот пока маленькие волны, они полезли, потом волна накрыла, и ух. Вот, а дальше уже, что происходит с людьми, там, конечно, как повезет. Так, значит. Жду волну. Красивый магазин такой, да, в Ялте есть Magic Store. Да, вот, все стоит. Не заходите за ограждение, убедительная просьба. Ой, там даже люди есть в этом колесе. Просто это магазин игрушек, и в который хочется зайти даже взрослым. Вот, вот как надо создавать-то красивые магазинчики. О, здесь кафешечки. Майот, Чардон, Шампань, Мампань. Ну что, сейчас посмотрим на меню и узнаем, пойдем, не пойдем вообще. Так, ну давайте смотреть вместе, что у нас здесь есть. Есть барабулька, есть морепродукты. Салаты. Короче, я так понял, сразу, да, тут это самое. Основа это... 590. Основа это идет рыба, наверное, у них. Что много тут. И уха, боябес идет, да, мидии, сало есть. Так, ну, короче говоря, вы там себе останавливаете, фиксируете. Европейская прикольная. Да, да, да. А вот еще тут. Еще одна? А, это завтрак. Такс. Такс. В общем, вот, выбирайте. Кому нравится, не нравится. Мы сейчас примем решение, и вы все поймете. Все, пойдем в Рапонч. Не знаю, были там много раз, там чего только нет, какой только кухни нет. Поэтому каждый лет что захочет. Мы вам просто гастротур сегодня устраиваем, самый настоящий. Вообще не благодарить, да. Ну, вообще нам погулять что хочется, потому что... Ой, уже занято. Да ладно, все занято, думаешь? Сейчас проверим. Что мы сегодня съели, выберем, даже не знаю. Тут есть том-ям, например, 480 тетрапонжа стоит. Меня критиковали, что я на доллары перевожу. Вот. Но я все-таки буду продолжать это делать. 480 это примерно 8, 7 долларов, 7 где-то, 8, 7 долларов. Вот. Салат ливанский, спрингроллы есть. Я что-то необычное. Я же говорю, как бы как фубо, что ли, может, или бургер с кем. Так, что еще? Скумбрия гриль есть прикольная. Так. Да, боебес прям такой белый-белый. Да? О, прикольно. Мясо мидии, палтус, семга, креветка, черри. Не, ну я не хочу как боебес. Суп, видишь, даже не да, суп. Да. С соусом. Так.
А вот прикольненький этот потолок, смотрите, какой красивый. Такое, нормальное заведение. Оно постоянно, в принципе, заполнено. Мы здесь были пару раз, и, ну, вкусно. Так, короче говоря, выключаю камеру, буду выбирать активнее. Потому что так я что-то не могу никак понять. То ли не, роллы точно не надо. С креветкой. О, какой он, сколько он, 390? Да. Ну вот, а вы бы что выбрали? А бургеры по 500. Ага, но они там с картошкой идут сразу, еще с чем-то. Да, соус, картофель. Да, да. Думаю, вот палками есть или вилками. Конечно, палками есть. У нас удон, никто же не знает, что мы заказали. Мы заказали удон, мы заказали том-ям, да. Вот, но удон принесли быстрее просто. Ну что, ты будешь пробовать? Ну давай. Так, давай. Я же палочками, по-моему, давно лапшу не ела. Давай, мы все верим в тебя. Горячие, только приготовленные. Могу я попробовать, если хочешь, вместо тебя. Нормально. Отлично. Все, нам принесли там ям. Смотрите, другая, да, была подача раньше? Просто на тарелке кладем. Да, да, да. Вот, ну, в общем, сейчас мы будем пробовать. Все это будет очень аппетитно, вкусно. Давайте я вам покажу лишь, сколько там вообще, есть ли там морепродукты. Ну, видите, есть. Значит, будет вкусненько. Приятного вам аппетита. Вышли мы из этого чудесного заведения, и вы слышите, какой у нас ветерочек. Это ваши личные вещи, да. Ветерочек, да, пошел у нас здесь. Ветерочек такой, говорит, что надо бы попить сейчас кофейку. Кофейку, да, надо попить. Я тут пытаюсь сторис снять, понимаете ли. Вот сейчас пойду снова ловить волны. И так-то это просто, они же не постоянно здесь. Ого, прям очень, ну реально очень холодно стало. Смотрите, вон они. Мы тут на самом деле на пятачке крутимся, на очень таком небольшом. Вот, ну особо никуда ходить-то не будем. Сейчас зайдем быстро в джаз, купим какой-нибудь кофе, десерт. И дальше, даже не знаю, что дальше будем делать. Чувствую, скорее всего, домой поедем. То, что действительно холодно. А вот мы могли, кстати, вот сюда прийти. Вот он самый апельсин. Джастик, вот. Это наш, есть вилка, да? Только хотел сказать, что вот наш этот самый, ну вы поняли, десерты. Побегу за вилкой, так. А, нет, так куда, я же не отдам там. Ладно, не надо, да. Точно, точно. У нас тут чизкейк, ягодный тарт, да. Двойной капучино и флэт-вайн. Да. И еще у нас еще кое-что в этом мешочке с собой. Ну, тоже совсем другая история, как говорится. С покупками, с покупочками. Пакет дали специально под цвет Юлия Ивановна плаща. Ветра нет, уже все чудесно. Снова Ялта нравится, да, снова все прекрасно. Еще было бы на градусов 5 теплее. Не холодно, да, уже кажется кайфовенько. Можно ходить себе, прогуливаться, отдыхать. А там подумаешь, немного море волнуется. Море волнуется, а нас это мало волнует. Так, а мы что, пойдем все к машине? Да? Да я даже не знаю сам. Не, вообще можно было бы прогуляться, но если ветер сейчас начнется, да? То вообще неохота. Прикольно, так игрушки посреди. Да, да, внутри вон всякие. Так, кто узнал? Вот это Бэтмен и Барби какая-то. Обалдеть. Это макет этой? Дубай. Да, да. Колесо обозрения. Да, 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 это она и есть. Я тут тоже сладости сидит, когда ее. Прикольно. Мороженое. Да, вон, смотрите. Так тут еще и дешевле эклеры. Пицца свой. Вообще просто. Ужас.
Ну вот Ялта вечерняя, вам нравится, не нравится? Такой особый городок, в хорошем или плохом смысле не знаю, просто он особый какой-то. Так, пойдем сюда обратно. Вот улочки. Я недавно, знаете, проезжал, ну как бы проездом был в Ялте. И, в общем, навигатор повел мне объехать пробочку. И я зарулил в такую улочку, что я думал, честно говоря, машина просто не выйдет. Там такой уклон был. Ну как, я знал, хотя, ну ладно, она выйдет. Я знал, что она выйдет. Потому что все-таки я в Крыму проживаю, потому что на УАЗиках мы ездим всякие. Но именно вот такой уклон был большой, что я просто думаю, как вообще, как здесь люди живут. Ну, реально, такая вертикаль просто. Думаю, вдруг где-то забуксую и так далее. Вот. Ну, у меня полноприводная машина, поэтому я за это, в принципе, не боюсь. Но если бы там передний привод, то всякое могло произойти. Вот. Поэтому основное здесь набережная, а остальное не знаю даже. Вот Юля вообще Ялта так себе, да? Кроме набережной. Ну, у меня тоже, да, если честно. Ну, такой очень странный город. Возле набережной еще... Покушать, потанцевать. Да, да, это какая-то тусня. Но внутри самой Ялты вообще не понимаешь. Стоит супермаркет где-то там, не знаю, на склоне. Как к нему подойти, даже не понимаешь иногда. Вообще как-то очень странный город. Ялта — это праздник. Да, да. Делать нечего. Ну, все, что расположено вот возле набережной, там круто, да. И она такая более историческая здесь, а там уже все. Там уже пахнет не историей, а Советским Союзом, эти дома однотипные. Еще, конечно, круто, это где-то на госдачах здесь, конечно же. Но это уже, как говорится, не наш уровень. Памятник кому здесь? Екатерине Второй. Опозорилась. Читай. Иди читай. Лисе Украинки. Да. Знаешь, почему сказала Екатерине Второй? Улица Екатерининская. А-а-а. Я думаю, да, на Екатерина. А я думаю, что ты так это самое? Да я ж не вижу, что написано. Да. О, молодцы, Екатерининская. Конечно, тут Екатерина Вторая будет. Нет, тут музей Лиси Украинки. Я даже не знала. Да, да, да. Честно, историю не знаю, почему именно здесь. Я так подозреваю, что здесь, возможно, был ее дом. В том числе, потому что она, улица, как мы знаем, да, тяжело болела. А может быть, знаешь, параллельная Лесе Украинки, поэтому... А может, раньше улица была Лесе Украинки? Не-не-не-не-не-не. Я думаю, прям рядышком где-то она расположена. Вот. Возможно, да, здесь она какое-то время прожила, лечилась когда. Ну, все, прокаты, до свидания. Ялтинский театр имени Чехова. Здесь, а, это обратная сторона, кстати. Вот, кто? Он, кстати, очень маленький. Очень маленький. Но он такой какой-то по-своему хороший. Здесь это не репертуарный театр. То есть здесь нет постоянной труппы какой-то. Здесь постоянные гастроли, в общем. Нет, здесь только гастроли. То есть, ну, например, из постоянных, хотя крымские, естественно, театры здесь выступают, и Симферопольский театр, там один, второй, и Севастопольский театр Луначарского тоже приезжает, выступает, ну, можно сказать, на постоянной основе. Вот, но чтобы труппа своя была, нет, здесь такого нет. Летом, конечно же, гастроли, 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 кого только не встретишь. Ну, а зимой... уже вот так. Ну, хоть, вот все, зима, да, по-настоящему наступила. Вот вам и Ялта. Так вот? Да. Так мы сюда улочку прошли, и все, немножко тихо. Что, Ялта это? Да. Ну, вот такой городок. Так это еще красиво, еще атмосферно. В общем, можно очень долго спорить о месте пребывания, в котором мы, собственно, находимся. Нравится, не нравится. Это вопрос открытый, и решать его только вам. А мы решаем то, что наше видео будет заканчиваться. Говорим всем до свидания с этой чудесной атмосферной Ялтинской улочки. Да. Кстати, да, есть инстаграмы наши, там внизу в описании. Обязательно заходим, смотрим.
и наслаждаемся всем тем, чем мы наслаждаемся. Собственно, мы стараемся все это выкладывать в Инстаграме. Все, пока. Говорим Юле пока. Говорим Никите пока. Подписывайтесь, это обязательно.